голубое небо, балашихи, прекрасная погода в этом замечательном городе. 9 марта на календаре, и сегодня состоится 6-я игра восточного четвертьфинала. До шайбы добрался Панин, прижимает его к борту Кошелев, прессингует авангард. Принял участие в отборе Алексей Емелин. Будет удаление у авангарда, если не забьет Кугрышев. Но вот видите, выручает Игорь Бобков. Да, вот в отсутствие Никиты Сошникова в этой бригаде большинства осваивается Дмитрий Кугрышев. Лацман решил откатиться. И проигрывает он в скорости Дедунову. Опасный момент. Гол! Авангард забрасывает в меньшинстве. А вот такого в этой серии еще не было. Бурмистров. Немножко поникли гости. Да и уже новый состав большевиков. Бросок. Гол! Хохряков. Ну, вот такой вот отрезочек. Что-то похожее было, вы знаете, во втором матче серии. Я уже вспоминал вот эту вот заброшенную шайбу Григория. Четвертьфинала Востока. Счет в серии равный. Андригетто. Ларсон. Шайбин Кудачок выскакивает. Андригетто. Чтобы повнимательнее у финцев действовать. Есть продолжение. Еще бросок. Хорош Мецело. Все видит. И здорово читает игру. Пока. Бросок. Гол. А вот здесь шайба заскакивает. 2-1. Авангард вновь выходит вперед. Вот до этого какие-то чудеса просто Мецело творил. Маленин. Ларсон. Ну, шайбу здесь не трудно проскакивать, потому что сразу несколько игроков готовы ее блокировать. Манинен. Ларсон замахнулся, освободился. Бросил. Гол! Роскошная шайба датского легионера Салавата Юлаева. Не торопились никуда. А гостю доверенного принято говорить, да, в такой ситуации. Мартынов. И Бонка. Убивает, молодец. Здесь Арзамасов. Кадейкин. Шарков! Мама дорогая! Идеальный бросок по точности! Практически ты и не отыгрывался. Первая игра, да, но там Умарк забил, но большинство вскоре 1-1. И вот атака Салавата Юлаева. Умарк! Бросок! Гол! 4-2! Подловили все-таки на смене! Картаев. Францен. Широков ошибается. Картаев. Еще один выход. 1-1. Гол! Гол! Салават забивает в меньшинстве. Тут надо, чтобы у авангарда начало все залетать. И Салават бросил играть. Но предпосылок ни к тому, ни к другому нет. Хохряков. О, вот сюда заходит. Вот сюда заходит. Но это точно все. 6-2. И в конечном итоге победы добился сегодня совершенно другой рисунок от Салавата Юлаева. 6-3. Сергей Шумаков. Но вот раньше как-то не получается забрасывать у авангарда.